Всем привет! Стартуем в городе Сургут. Так, погода за бортом 35, очень жарко. Чуть позже дам характеристику автомобилю. Работает моя белка, Белтроникс, как правильно, не знаю. Реагирует практически на все излучения. Направление на Тюмень. Двигаюсь по навигатору Navitel. Далее протестирую пару систем. Какие, пока не скажу. Я их скачал около 7 или 8. Ну, проверю, как они работают. Автомобиль Honda Solaris. Автоматическая коробка передач. Пробег на момент получения автомобиля больше 92 тысяч. Проблемное переднее левое колесо постоянно требует подкачки и проверки. Остановился кратковременно подкачать давление. Проехал немножко через сам город Сургут. Дороги в городе, как мне показалось, по крайней мере центральные, в хорошем. В Сургуте. В самом городе Сургуте я первый раз. Проездом был из Нижневартовска, но проезжал по объездной, в город не заезжал. Есть у меня видео Нижневартовск, Тюмень, по-моему, зимний вариант. А вот летнего варианта из Сургута у меня пока не было. В Сургут прибыл вчера поздно вечером. Поезд 110 Москва Новый Уренгой. Съемку из окна поезда сделать не удалось по следующим причинам. Во-первых, очень грязные окна, очень грязные. Плюс ко всему, запотевшее межстекольное пространство. В-третьих, невероятно высокая температура в самом вагоне. Это был какой-то кошмар. Вентиляция и кондиционер отсутствовали
окна не открывались. Запах был просто ужасный. То, что удалось... Он направлен на то, чтобы стимулировать население, не выбрасывать мусор, который накопился. Хотел бы напомнить тех, кто будет планировать поездку через Тюмень, через Тюменскую область. Это наличие вот летающих насекомых. Ну, комары не так страшны, как вот эти слепни, оводы, наподобие мух. Это просто горе какое-то с ними. Обязательно приобретайте отпугивающие отпугиватели. Какое эффективно отпугивающее средство, я не знаю. У меня их несколько. Включаю и от прикуривателя. Канал вяло загружен. Общение между большегрузами не очень активное. Двигаемся против солнца. Но условия движения вполне приемлемые, хорошие. Все-таки разметка в Сургутской области, в Нефтеюганском районе, мне более-менее нравится. Местами обочина обозначена желтой сплошной полосой. Сами белые. Но вот мне понравилась, например, такая разметка на месте поворота налево. Обочина расширена до проезжей части. То есть беспроблемно можно объехать автомобиль, который поворачивает налево. Хотя для него тоже предусмотрен островок для маневра. Вот такие мелкие вроде бы нюансы, но они говорят, например, мне о многом. О том, что здесь подумали о водителях, чтобы было комфортно, безопасно двигаться, а не о том, как бы поймать водителя на специально спровоцированной разметке. А таких участков по России очень много. Я об этом говорил в комментариях к другим видео. Да, конечно, картинка не может передаваться в полной красоте, потому что едем против солнца, идет засветка. Но здесь, в Сургуте, в километре едете. Ну, у нас в Сургуте.
А просто откуда ты... Ближе к Нефтеюганску наблюдаю очень хорошее полотно дороги. Недавно, видать, дорогу сделали, отремонтировали, но еще не успели навести, донести разметку. Но констатирую, что дорога пока просто восхитительная, замечательная. В общем, видео из окна поезда, к сожалению, не будет. Вот покинул город Нижневартовск на объездной дороге. Дорога пока в отличном состоянии. И само полотно дороги, дорожная разметка. Что будет далее, пока не знаю. Движение в городе нормальное. Нет, ну, по крайней мере, мне не попались, не попадались эти дерзкие шумахеры местные. По разговорам с аборигенами с Сургута мне сказали, что ГИБДД здесь зря не придирается. Если останавливает и штрафует, то только за дело. Будем надеяться, что это так. Дорога, время покажет. Так, это дальнобойщики предупредили о том, что ведется. Вот как раз встретил по встречной полосе. Ведется контроль движения гаишниками. Двигаемся в сторону Нефтеюганска. Вчера на поезде пересекал реку Обь, сегодня на автомобиле. Широченная невероятно. Я бы сравнил, наверное, ее с рекой Амура, даже с рекой Волгой. Очень широкая просто, величавая река. Движение по мосту через реку Обь двухстороннее, по одной полосе в каждую сторону. Дорога, потоки разделяются только сплошной линией. Все-таки я
покажу вот это величавое зрелище, величавая картинка, это движение по мосту. Такие громадные конструкции, как мост от во Владивостоке на остров Русский. Да что ты будешь делать? От Сургута до Нефтеюганска указатель показывает 45 километров. Вид по краям, по бокам дороги для рыбаков просто восхитительный. Рыбацкие места, озера, камыш. Очень великолепное место. Великолепная природа. Не знаю, рыба есть там или нет. Рыбаков, по крайней мере, не наблюдаю. Ну, если озера промерзают зимой, тут же температура, мама, не горюй, зимой, то рыбы нет. Ну, если глубокие озера, надо полагать, и рыба тут водится. Да как не водится рыба, если на стоянках, вот где поезд останавливался, очень много людей продают рыбу копченую, вяленую, сушеную, какую хочешь. Интересное название на ларьках, которые продают рыбу. Рыба чистой воды. На железнодорожном вокзале вчера купил магнитики на холодильник. Оригинальные такие. На магнитике емкость с нефтью. Такой сувенир. Будете в Тюменской области, вот такой магнитик можете себе купить. Двигаюсь с небольшой скоростью, ну, с обычной 80 км в час, плюс-минус немного. Самый экономичный режим движения. Но полотно дороги просто радует. Но с тревогой ожидаю, какое будет полотно дороги от Нефтеюганска в сторону Тюмени. Не могу сказать, что вот опять эти озера вдоль дороги, что слева, что справа, это просто мечта рыбака. Мечта рыбака. Ну и охотники тоже тут найдут себе отдушину. Сегодня ребята рассказывали, заезжал на станцию техобслуживания. Ну, проблема была с кондиционером, проблема была с прикуривателем. Вот это. Там, значит,
на станциях обслуживания охотники. Захлёб рассказывали о том, какая тут великолепная охота. Тетерев, зимой. Ну, дай бог. Радио Сургута. И дороги на негодность приводят и грузовики, которые работают на этом карьере, и которые, по мнению жителей, ездят всегда перегружены. Вот кто ночью вызвал полицию, водители или кто-то из местных жителей, сейчас это сложно, но обе стороны были настроены решительно, и если бы не вмешательство полиции, то неизвестно, чем бы закончился конфликт. Люди разошлись по домам лишь, когда полиция пообещала, что возле поселка будет дежурить наряд ДПС. И полиция свое слово сдержала. Сейчас на въезде действительно работают инспекторы ГАИ, они направляют большие грузы в отъезд поселка. И как сообщил официальный представитель ГИБДД Екатеринбурга Олеся Кулине, инспекторы на въезде в поселок работают круглосуточно, и работать наряд будет до тех пор, пока ситуация не нормализуется. А как рассказали Главное управление МВД России по Свердловской области, местных жителей поселка нарушений закона не выявлено, так как они не проводили пикетов и митингов, и к тому же добивались, чтобы водители грузовиков соблюдали правила и не двигались по защищающий знак. В отношении 13 водителей грузовиков составлены административные протоколы о нарушении правил дорожного движения. И надо сказать, что вот этот ночной выход жителей на дорогу, он принес свои результаты не только потому, что аж будут привлечены к административной ответственности водители грузовиков. Местные жители, они не раз обращались в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга, к которому относится поселок Шавровский. И в администрации это подтвердили. Последнее обращение было в середине июня, и в районной администрации составили обращение. Thank you.
голосовой связи, кто слышит? Хорошо слышно. У вас и хорошо, где находимся? Из Тюганского, в сторону Тобольска выезжаю. Принято, спасибо, удачная дорога. Спасибо за контроль. Заехал в Нефтеюганск, чтобы купить воды, средства для мойки стекла, потому что лобовое стекло быстро покрывается мошкарой, которая налипает. Взял химию, посмотрим, насколько она эффективна. Мистер Мускул называется, для стекла. В стороне. Слева, в правой временами попадаются эти вышки, из которых конденсат, или как его назвать, выбирает факелы такие вдоль дороги. К сожалению, на видео это не будет заметно. Постоянно протоки речные, которые впадают в Обь. Повторю в который раз, место мечта рыбаков. Мечта рыбаков, охотников, любителям отдохнуть на природе. Все бы хорошо, если бы не мошкара. Имеется в виду слепни, кровососущие, короче. Вот уже сколько раз обращаю внимание, дороги, где широкая заасфальтированная обочина, и водители, ох ты, ё-моё. И водители впереди идущих автомобилей прижимаются на обочину, чтобы пропустить торопык. Ну, это общая беда для всех, для большинства дорог России.
прошлых видео я уже об этом говорил, что обочина воспринимается иной раз как проезжая часть. Либо другой краской маркировали, например, желтой или синей, или зеленой, чтобы не вводить в заблуждение водителей. Впереди идущие автомобили принимают вправо, ну, полкорпуса автомобиля движется по обочине, половина по проезжей части, как бы предлагает сзади идущим водителям, кто торопится, обогнать. Это и нервирует немного. Двигаешься и двигай. Нефиг принимать вправо, как бы приглашать к обгону. Кому нужно, тот обгонит. Там, где разрешено. С одной стороны, это показывает уважение впереди идущего к тем, кто двигается сзади. Но и двояко воспринимается. Как бы говорит, обгоняй, обгоняй. Нужно, обгоню, если это нужно будет. Магазин «Магнит» в Нефтеюганске дорогой. Парковка не стоит. Станет так, мы станем, я не знаю, где это. Где будет привал, пока не знаю. Воспользуюсь вспомогательными навигационными системами. Может, они подскажут. А так вот, сколько проехал, ну, я бы сказал так, что трасса не балует мотелями, заправочными станциями. И прочими водительскими необходимостями. Полотно дороги стало похуже. Но вполне приемлемое. Можно даже и четверочку поставить. Трясет временами на местах ремонта, то есть там, где лавки, какие-то ремонтные ляпы, там потряхивает. Но не сильно. Двигаться ночью по такой дороге я бы не советовал. Все-таки узкая, по одной полосе в каждую сторону. Вероятность того, что вас слепят, очень высокая. Тем более, дорога не разделена отбойниками или какой-то другой дорожной фигней. В общем, двигаемся в сторону Тюмени.
навигатор предложил два варианта через Ханты-Мансийск и вот напрямую, значит, на Тюмень. Ну, я предпочел вариант на Тюмень. Тем более мне говорили, что полотно дороги на Ханты-Мансийск, оно похуже, давно по ней никто не ездил. Хоть оно и короче, вроде бы дорога. Но я вот смотрю, основной поток, по всей вероятности, движется в направлении Тюмени. От Нефтеюганска в сторону Тюмени. Не могу удержаться, чтобы не прокомментировать, какая красота, ребята, какая красота вокруг. Не знаю, насколько эта картинка совпадет с комментарием, но вместо озер, вместо рыбалок, вместо охоты, просто изумительные. Проезжаешь, наблюдаешь припаркованные автомобили вдоль трассы, значит, рыбаки отводят душу. К сожалению, там не было надежного места для остановки, чтобы остановиться и заснять видео. Тестирую навигационную систему MapMe. MapMe или MapMe, я не знаю, последняя буква S читается или нет. Значит, мнение о системе навигации MapMe пока очень положительное, пока очень хорошее. Во-первых, интерфейс у нее покрасивее, чем у Navitaila. Ну, на межтрассе, вернее, на межгороде, на трассах, вполне приемлемо пользоваться навигационной системой MapMe. Насколько она будет отражать наличие инфраструктуры, ну, пока сказать не могу. Вот вы, наверное, сейчас увидели, как балбес один по времени 17-16 пошел на обгон на маленькой машине. Совсем он не обратил внимания на то, что обочина грунтовая, грунтовка, и уходить мне, освобождать ему дорогу, нужно было практически съезжать на грунтовую часть дороги. Это вот пример того, что люди, привыкая к тому, что широкая асфальтированная обочина, идут на обгон, совершенно не обращают внимания на то, что местами обочина грунтовая,
и уходить на нее, но вероятность того, пробить колесо или там еще что-нибудь, довольно-таки высокая. Вообще без башки, без мозгов, блин. Вчера, пока ехал на поезде, тоже временами тестировал навигационную систему Maps.me. Значит, должен сказать, что довольно-таки подробно, довольно-таки точно, по крайней мере там, где проверял, смотрел, показывает и наличие каких-то населенных пунктов, наличие высоковольтных линий даже, каких-то просек больших в лесу. Но я говорю, вот как бы то ни было, хорошие системы, но к ним нужно привыкнуть и к ним нужно проникнуться доверием. Пока я вот, к сожалению, две системы на Viettel и Aygo Prima. Им отдаю предпочтение. Но еще раз говорю, вот система Map.me довольно-таки уверенно, надежно повторяет то, что происходит на дороге или предсказывает. На Viettel, например, не видно таких просек в лесу. Что за просеки, я не знаю, высоковольтные линии. Ну, вот визуально наблюдаю высоковольтные линии. Вот. Ну, на карте это не отражается. Просто просека и все. За весь путь, наверное, две или три системы еще раз протестирую. Я установил навигационную, вернее, установил тарифный план МТС безлимитище. Во время движения, пока вот ехал на поезде, установил все карты по маршруту, скачал. То есть, например, отправляясь в дорогу, используя и будете пользоваться системой Map.me, скачайте все карты из интернета, чтобы не попасть на деньги во время движения. Так, ну вот, к сожалению, ну-ка сейчас уточню. Так, вот на Viettel проехал заправку МПС, не успел прочитать расшифровку. На Viettel этого не было. На навигационной системе Map.me она была отражена, то есть Map.me подтвердил. Интернет на трассе, вот смотрю по этой лесенке, ну уже неустойчивый. Одно деление, связь, одно-два деления, связь с сервером.
Хочу отметить еще одно из достоинств МАПМИ навигационной системы. Недавно проехал, ну только что несколько минут назад, место стоянки, ну такое небольшое, ну, может быть на 5-6 автомобилей, на Vitel это не показал. А на навигаторе МАПМИ я с удовольствием, с радостью обнаружил, что такая отметка есть. То есть самая очень маленькая такая стоянка, очень маленькая. Ну там, не знаю, может быть, 4-5. Так, и диапазон. Стационарная камера, но я ее не увидел, не знаю. Вот, на навигаторе MapMe есть. Я уже говорил, что давно не был в этих краях. Давно перегонял из Нижневартовска, не помню, в Тюмень или в Москву автомобиль в зимнее время. Там был инцидент, который я отдельно разместил на своей ленте. Называется ролик «Доказательство невиновности». Зимой это было. Если интересно, наберите это название на моей ленте. Вы это увидите. И вот спустя сколько времени я вновь на этой трассе. Недавно проехал место, где останавливался на ночевку. Думал, не узнаю. Удивительно. Отъехали, наверное, километров 30, может быть, 40. От Нефтеюганска в сторону от Тюмени. Значит, FM-радио принимается с помехами, с большими, с треском. Связь с сервером МТС. Два деления. Не знаю, будет принимать здесь телевизионные программы или нет. Я установил себе несколько телевизионных программ, чтобы смотреть телевизор. Но с такой связью вообще временами, вот я вижу, начинает появляться 4 деления. Ну вот здесь, по идее, уже можно беспроблемно смотреть телевизор. Еще несколько слов о навигационной системе MapMe. Значит, интерфейс. В самой верхней части, верхняя строка, мелким шрифтом, значок. Закрыть программу. Далее показывает расстояние, но я настроил его на Тюмень. Сургут-Тюмень маршрут. Он показывает расстояние до Тюмени. Сейчас высвечивается 650 километров. Время в пути, сколько потребуется, чтобы быть в Тюмени, он мне показывает 8 часов 34 минуты. Показывает время движения. Двигаемся уже 3 часа 55 минут. И, значит, ниже тоже такое белое поле.
показывает стрелка голубого цвета, стрелка маневра, то есть поворот налево. И расстояние 172 километра. То есть через 172 километра нужно будет принять влево или повернуть налево. И надпись внизу. Тюмень, Ханты-Мансийск. В системе навигации MapMe есть возможность голосового набора города или еще что-нибудь. Я тестировал немного ее вчера, в стационаре. Назвал АЗС «Газпромнефть», например. И он мне высветил все заправки, которые находятся на этой трассе. Не только на этой трассе, а вообще все заправки на этом маршруте. Отмечаю, что обе системы, и Navitel, и MapMe, показали, что к трассе, по которой мы движемся, подходит еще одна дорога. Так, вот проезжаю в данный момент, не знаю, вид попадет вид кафе «Ариэль». На MapMe это есть. И далее пошла информация о заправке. Что-то еще там. Я просто плохо вижу, поэтому не могу прочитать. Но информации значительно больше, чем на Navitel. Стоянка. Наблюдаю визуально ее. На MapMe это есть. На. К сожалению, на моем планшете Lenovo аккумулятор разрядился, и система навигации MapMe выключилась. Я поставил его на зарядку. Насколько он зарядится, не знаю. Но, по крайней мере, постараюсь больше не включать, чтобы, когда стемнеет, воспользоваться им для того, чтобы присмотреть. Я уже только что говорил, что разрядился аккумулятор планшета. Его хватило на почти на 4 часа. При этом зарядка была порядка 45%, то есть он не был у меня полностью заряжен. Но я пользовался им в поезде, пользовался в гостинице, где ночевал на вокзале. Вот, можно было подзарядить, но подзаряжаю сейчас от прикуривателя в автомобиле. В данный момент от прикуривателя работает X-Play-навигатор системы навигации Navitel. Работает радар-детектор Beltronics, как его еще называют, Белка. Работает видеорегистратор. Работает зарядка планшета. И работает зарядка диктофона, на который сейчас записываю свой комментарий. А, еще, значит, подключена радиостанция. Радиостанция Alan-42. Немного опять скажу про видеорегистратор Akinori. На экране отражаются координаты местонахождения, скорость движения,
дата и район, область или республику, республика, по которой двигаюсь. Кроме того, можно включить функцию «Маленькая карта» в верхнем левом углу. Но я от нее отказался, потому что она такая чисто декоративная. Ну, от нее пользы мало. Навигатор Акинори, значит, подсказывает дистанцию до впереди идущего автомобиля, расстояние. И если скорость и расстояние слишком критичны, то, значит, на дисплее появляется соответствующее сообщение. Кроме того, он располагает автомобиль по ширине дороги. То есть тоже контролирует положение между обочиной и встречной полосой. Эти функции можно озвучить голосом, но я их отключил. Что там еще есть? Ну, такие функции, как фотография и прочее, прочее, это свойственно многим видеорегистраторам, поэтому я о них не говорю. Но вот очень полезная функция, безопасная дистанция до впереди идущего автомобиля. И сейчас совершал маневр обгон, мне не видно было трассы, не видно было дороги, и поэтому впереди идущий водитель два раза мигнул правым поворотником. То есть движение, полоса свободна, можно идти на обгон, встречки нет. Я обогнал его и дважды мигнул аварийкой. Ну, на жаргоне междугородников, это да не только междугородников.
до вражения моста на въезд на хоть. Говорят, что нахуй мост упал, блядь, уходить на ханты надо, нахуй, через ёбок только. Парни, кто за второй тюрьмень идёт? Чё там? Подскажите, чё там за хуйня? Как объехать? Надо направить, направо уходи, на танцы. На танцы пойдешь, там далеко, нет урока. Я тут 170 километров до того. 170 километров. На танцы, 150. Ну, там уже заведешь. Пойдешь, давай. Спасибо.
Ты что, Влад Милый, ребята? А сейчас вот мне звонили, это вот все вот это, блядь. Город вот поднялся, горы спустился, в гору поднялся, и тут вот такой еще, блядь, поворотик влево-вправо, и вот здесь вот как раз вот это, блядь, дорога, а то полосу закрыли уже. Ребята, мост полностью упал или одна полоса есть? Так, где-то на трассе провалился мост. Точно пока не знаю. Буду спрашивать у встречных большегрузов. КАИшник остановил, сказал, где нужно уходить на Ханты-Мансийск. Но я не запомнил это название. Какой поворот, где что. Километров 150, наверное, до обрушившегося моста. Продолжаем движение в сторону Тюмени. Полотно дороги. Только проехали от Сургута. Хорошее, очень хорошее. Навигатор Navitel периодически подсказывает, что дорожные работы, ремонтные работы на дороге, но проезжая эти участки, свидетельствую, работы закончили, дорогу сделали. То есть версия у меня это же устаревшая, навителловская, нужно, наверное, обновлять. Но то, что где-то впереди, километров за 150, наверное, обрушился мост, вот такая